насколько чувствуется то, что будет принципиальный матч очередной? Они все принципиальные. Видели турнирную таблицу, там 1-2 очка с 1 по 8 место, так что разыгрывается, имеется в виду. Так что все принципиальные матчи, мы готовимся только побеждать. Динамо, на что нужно обратить внимание прежде всего? Ну, скоростные ребята силового плана любят так на зубах, можно сказать, игры выигрывать. Так что не надо им позволить это. Вообще видно, что в последних матчах, да и вообще с начала сезона видно, что врубаемся друг за друга очень жестко, да. И при малейшем поползновении там на наших игроков сразу идем на соперника. Это вот вы между собой так договорились? Или, может, тренер указывает на это? Ну, это же мы же команда, мы единое целое. Чтобы побеждать весь чемпионат в целом и кубки брать, иначе нельзя. Только так, через эту работу. Конечно, и тренерский штаб нам намекает на это, так что мы одна семья, работаем, бьемся друг за друга, за болельщиков. А можно ли сказать, что после вот такого непростого матча против СКА был такой эмоциональный выплеск вот в матче с Локомотивом, который нужно сохранить вот эту атмосферу и на эту игру? Не скажу, что игры там друг с другом связаны, какие-то, та игра прошла, ну что теперь сделаешь? Не об этом не думали, походили на новую игру с новым настроем побеждать, так что на каждую игру как на новый бой.